Страйкбольная версия пистолета Colt 1911A1 от производителя из Японии компании Tokio Marui. Компания Tokio Marui по праву считается лучшим производителем страйкбольных пистолетов в мире. Пистолет поставляется вот в такой вот красивой коробке. В комплекте мы имеем сам пистолет, грингас-магазин, инструкцию со взрыв-схемой, шомпол, а также небольшое количество шаров, заглушку в ствол, ключ для извлечения ствола и фиксаторы податчика магазина. Фиксаторы нужны, если вы хотите холостить пистолетом без использования шаров и при этом, чтобы он не вставал на затворную задержку. Внешний пистолет практически полностью копирует боевой прототип, за исключением одной маркировки. Материалы изготовления. Затвор пластиковый, рамка пластиковая, накладки на рукоятку пластиковые. Затвор двигается, имитация отдачи есть. Прицельные приспособления нерегулируемые. Мушка и целик. Органы управления повторяют боевой прототип. Спусковой крючок, курок, предохранитель на рукоятке, механический предохранитель, кнопка сброса затворной задержки, и кнопка отмыкания магазина. На пятке рукоятки есть антабка для крепления тренчика. У данного пистолета регулируемый хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо снимать затвор. Для этого отводим затвор до момента, чтобы выемка совпала с кнопкой сброса затворной задержки, и извлекаем затворную задержку. Хоп-ап регулируется с помощью вот этого колеса. Чтобы произвести выстрел, необходимо заправить магазин грингазом, наполнить магазин шарами, примкнуть магазин, снять пистолет с предохранителя, взвести затвор, можно стрелять. Несмотря на то, что пистолет выполнен из пластика, вес у него достаточно тяжелый за счет утяжелителей, которые находятся под накладками на рукоятку.